Рыбакит, папа рисует. Привет, ребят, вы на канале Рыбакит, с вами папа, меня зовут Ваня, это мой сын Павлик, и сегодня мы хотим сделать небольшой эксперимент. Я хочу нарисовать слово Рома. Смотрите, как я пишу Рома. Я напишу его вот так вот. Р О М. Я надеюсь, у меня получится с первого раза. Это такая смешная игра, когда можно рисовать разные буквы, имена и что-то интересное придумывать. Я хочу нарисовать сейчас Рому, смотри. Такую Рома. Как... Давай мы только слова будем сегодня рисовать. Может быть, но я еще не решил, будем ли мы рисовать только слова или что-то еще придумаем. Это я хочу из О сделать глаз. Из этого А я хочу сделать тоже глаз. Ты можешь же? Пап, а давай на мой путь здесь сделать глаз. Глаз? Везде глаза, что ли? Я хочу Рому нарисовать, а не только глаз. Вот это будет нос. А вот это будет его голова. Смотри, вот так вот он будет. Вот такой, вот так. Раз, идет сюда. Это Рома, да? Это будет как бы Рома. Мы из имени Рома рисуем Рому. Это его волосики будут вот Пап, так. Пап, смотри, это Рома самый, и у него глаза читаются. Да, и можно прочитать, что это Рома. Пап, почти. Смотри. Одну только букву Р мы еще не сделали такой вот крутой. Пап, и можно теперь... я так же нарисую? Да? Тоже захотелось. Вот так вот. А здесь я нарисую ему часы. У него часы же есть. Это ж Пентен. Рома очень любит Пентена, кстати. И вот у нас получился кто? Пентен. У нас получился Рома. Таким способом можно нарисовать любое имя. Почему у него тут галка? Это его рука. Когда так держишь руку, здесь такая галочка. Вот такой Рома у нас получился. Это эксперимент. Если вам понравится, то ставьте лайк, и мы обязательно нарисуем ваше имя тоже. Да я хочу. Ты тоже захотел? Это здорово, это правда заводит. Рисуйте, придумывайте.